За моей спиной развиваются желто-синие флаги. Это значит несколько минут до решающей игры Химки против ЦСКА. Уже два раза московские гости выигрывали в финальной серии. Смогут ли в этот раз Химки одержать достойную победу? Тысячи фанатов ждали этого весь сезон. Финальное сражение самых сильных российских команд. Трибуны заполнены поклонниками. Стартовали желто-синие беспощадно. Мяч за мячом двухочковый приносил Вячеслав Зайцев. Прежде не сомневающимся в своем превосходстве красно-синим тяжело давалась защита. Однако уже ко второй четверти преимущество снова было на стороне армейцев. Без шведа и Тиммы, не вышедших на паркет из-за травм, проседала атака. Трехочковые могли спасти ситуацию. В большой перерыв ушли с отставанием в 15 очков. Впрочем, и во второй половине игры настрой не поменялся. Команда не сдавалась, однако перевес противника был очевиден. Итоговый счет 62-80. Химки – обладатели серебряных медалей единой лиги ВТБ. ЦСКА – чемпионы. Следующий сезон – возможность взять реванш как в российской лиге, так и в Евролиге. Путевка туда Химкам обеспечена.